Здрасте. Друзья, всем приветули. Появились новости по поводу новой игрули, которую многие ждут. Farming Simulator 22. Не 21, как многие ждали, а 22. Они, короче, решили все поменять, и теперь не будет такого разделения, как раньше. В общем-то, на официальном сайте Farming Simulator появилась новость, и выложили даже тизер игры. Я сначала подумал, что новую на мобилке делают, но тут черным по... ну или серым по белому написано, что ПК, PlayStation 5, Mac, Xbox и даже четвертая плойка и Xbox One. Короче, все понятно. Новый движок, новые штуки. С одной стороны, здорово. Не знаю, ждете вы или нет. Напишите в комментариях. У меня на самом деле двоякое мнение на этот счет, поэтому я от своего мнения воздержусь. Что нам известно из этого тизера? На самом деле, ни хрена, здесь просто показали кепку, которая скользит. Ну, графончик типа да. Но еще снежок показали. Снежок, значит, будут сезоны. И, в принципе, это понятно. Да, здесь есть еще одна картинка, которая говорит о том, что будут сезоны. А также снизу тоже написали, что будут сезоны. А также новые культуры, новые карты, новые машинки, новые бренды и еще кучу всего. Есть также тут еще пара скриншотиков, но что-то мне подсказывает, друзья, что это чуть ли не 19-я ферма. Я вот не знаю, может быть, я не графодрочер, но особо большой разницы я вот не вижу. Опять-таки, это пока что первые рендеры, оно все равно не будет так, как в ролике или еще что-то. Коровка есть. Знаете, выглядит все довольно ярко и еще более мультяшно. Вот чисто на мой субъективный взгляд. Ну, в целом, уже, по крайней мере, мы знаем, что это будет. И будет это в четвертом квартале этого года, то есть прям скоро. Но опять-таки, если верить тизеру. Написано также, что Farming Simulator будет на движке Giants Engine 9. По-моему, сейчас типа 8, следовательно, будет новый движок. DirectX 12 будет поддерживаться для винды, и это на самом деле прекрасно с одной стороны. Потому что, например, то конченое небо, которое было в 19-й ферме, оно было таким, потому что не было поддержки 12-го DirectX. Если сейчас все будет, то графончик, соответственно, должен будет быть получше. С другой же стороны, судя по моей аудитории, вот как я вижу комментарии, то в основном детишки, короче, будут явно недовольны. Еще больше будут недовольны мододелы, потому что на новый движок опять все надо будет переделывать. И вы, друзья, не ждите ваши любимые МТЗшки, которые, если в 15-й ферме они выглядели классно, то в 22-й они будут выглядеть точно так же классно. Хренушки. Большинство модов, которые есть на данный момент на технику, не все, большинство, они просто конвертированы из старых. Мало даже кто модели переделывал под новые, поэтому многие из них выглядят очень убого. Также, друзья, 2 месяца назад я проводил опросик у себя на странице по поводу того, играют люди с сезонами или без сезонов. 51% пользователей играет без сезонов, 35% играет с сезонами, и 14 не играет в Farming Simulator. Самое интересное, что одни из самых популярных комментариев, то что наконец-то гиганты сделали сезоны. Вопрос, будет ли это работать должным образом, или все-таки мододелы, которые делают моды, мод сезонов, например, они сделают это лучше, чем сами гиганты? Это хороший вопрос. На самом деле, очень много комментариев гневных идет в сторону игры, на тему того, что если бы не мододелы, то игра бы умерла, сделайте это все сами, чтобы не было модов и так далее, сделайте это все, чтобы было без модов заранее в игре. Но знаете, вот лично для меня даже большая разница между 17 и 19 фермой дала понять, насколько важно и вот насколько хорошая была игра 17 ферма, в ней был проще движок и моды было делать проще. Разработчики Farming Simulator, лично мое мнение, идут по правильному пути в плане того, что простой движок и просто сделать моды, а игроки сами дописывают то, что им надо. Сообщество, хотите сезоны, будут вам сезоны, сделают мод сезонов, который легко редактируется и все подгоняется. Если же все будет в игре заточено, все механики игровые, их будет тяжелее редактировать, поэтому, ребята, думайте немножко о своих желаниях, что вы хотите получить в конечном продукте, в конечном итоге. Также я проводил опросик Farming Simulator 21, будет мега охренительным или будет ужасен. Это был пустой опрос, понятно, что он относился к тогда еще анонсированному, даже еще не анонсированному 21-му Farming Simulator. Сейчас мы знаем, что он будет уже 22-й, понятно, что речь идет, по сути дела, про него. Но, в общем-то, 85% людей верят, что игра будет лучше. На самом деле, многие считают, что новое лучше, чем старое. Ребята, поверьте на слово, это так не работает. Ну и также еще, кстати, по поводу, ну просто интересный опрос был, ферма 19-я. 41% играет на пиратках, 22% купили игру в Стиме, 20% купили, точнее урвали на халяву игру в Эпике,
2% играют на консоли и 14% не играют. Но это понятно, что это выборка очень такая неправильная. Очень субъективная, точнее. И вот из-за таких вот 41% много проблем у разработчиков и ценники. По поводу цены пока что ничего не известно, но, кстати, здесь была где-то надпись о том, что без Focus Interactive будет издаваться игра. Точнее, self-published. Насколько я понимаю, это значит, что они сами будут пытаться издаваться, сами гиганты. Посмотрим, что у них из этого получится. Я вообще в этом, скажем так, немножко не разбираюсь, как это влияет вот это вот весь рынок игровой на цены и так далее. Единственное, что я могу сказать, это вот Формулу 1 купили и eSports, и игра внезапно стала в 2 раза дороже, что было вполне ожидаемо. А также в анонсах было, что там будут паки, паки, пакетики и так далее. Но это все неинтересно. В общем-то, вот такие вот новости у нас есть на данный момент. В конце года, ну, ждем, посмотрим, по крайней мере. Лучше пускай они выпустят это, и мы на это посмотрим. Если это будет говнищем, то мы в это играть не будем. Хотя мне, наверное, придется. Но это все не важно. Перед выходом игры я разыграю 2 копии стимовских между своих зрителей. Одна из них достанется просто счастливчику, одна из них достанется человеку с более высоким IQ, ежели просто счастливчику. Хотя, может, и по-другому как-то выйдет, не знаю. А может, даже и 3, потому что есть мысли. Что-то кому-то может не понравиться, но в любом случае, чтобы это все дело не пропустить, можете подписаться на канал. И вообще, прохождение есть. Короче, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу 22-й фермы, по поводу вот этого вот суперского тизера, в котором нам показали ветер и кепку, ну и снежок. Сразу говорю, не ждите такой графонии, как в тизере, такого не будет. Ну, в общем-то, как-то так. Спасибо всем за внимание, с вами был Никита Дилей, всем покаки.